Немного о спорте. В Твери состоялся областной фестиваль спортивных семей. На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова за победу боролись более 90 семей из многих муниципалитетов Верхневолжья. В программе были состязания по дартсу, веселые старты, челночный бег, бросок набивного мяча. Участники соревновались в составе разных команд. Из трех человек – мама, папа и ребенок, и из двух, когда ребенок состязался вместе с отцом или мамой. В этот раз среди дуэтов лучшими стали жители Торжка Алексей и Ксения Шеленковы, а также пара из Сандова – Баудин и Сабина Имакаевы. Среди трио первенство завоевали новаторы Андрей, Евгения и Виктор Мазаловы и Виталий, Елена и Семен Фоменко из «Зато солнечный». В целом популярность этого турнира заметно растет, убеждены в областном комитете по физкультуре и спорту. Вы знаете, что в Тверской области большое внимание уделяется именно развитию семейного спорта, массового спорта. Уверен, что наше сегодняшнее мероприятие, как и всегда, будет пользоваться большой популярностью. Сегодня у нас в нашем ФОКе собрались сборные команды из 21 муниципального образования. Более 250 участников. Я уверен, что для нас это не крайняя цифра, и с каждым годом мы будем нарастать и прибавлять в числе и в мастерстве.